Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре страйкбольные автоматы, это TGM-A3. Черный, максимально много металла в нем, и да, он довольно-таки увесистый, но тем самым передается та самая атмосфера именно его боевого прототипа. Ну, то есть он ощущается как вот, ну, реально прям вот именно пушка, скажем так. Прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и напишите какой-нибудь комментарий, желательно хороший, для того, чтобы помогать нашим видео в продвижении, за что мы вам, конечно же, бесконечно благодарны. Ну, смотрите, давайте расскажу про комплект, тем более здесь есть о чем рассказать. В комплекте есть планка Viver 22 мм, вот куда уже и устанавливается дополнительная оптика, но в комплекте оптики нет. Ее нужно докупать отдельно, да, в магазине она у нас есть, и этот прицел у нас тоже, конечно же, имеется. Помимо всего прочего, есть здесь вот такой вот надульник, но он, наверное, все-таки больше выполняет здесь роль чисто эстетическую, потому что рассеивать здесь нечего, ведь это все-таки не боевое оружие, и поэтому, ну, наверное, просто с ним выглядит гораздо интересней. Вот, об остальном же расскажу дальше, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведена модель компании GMG, относится к типу электропневматики. Прототипом является HK-MP5A3. Вся модель сделана из металла, и только цевьё и рукоять из ударопрочного полимера. За метание снаряда отвечает внутренний механизм, роль которого играет вторая версия гирбокса. Электропривод способен разгонять пластиковый шарик до 120 метров в секунду. Стреляет же автомат как в одиночном, так и в автоматическом режимах. Чтобы сменить режим, нужно воспользоваться двухсторонним переключателем. Он же отвечает за постановку на предохранитель. Автомат оснащен механизмом Hop-Up для подкрутки шарика, чтобы регулировать траекторию полета. Из интересного, касательно затвора, для того, чтобы приоткрыть ту самую шторку, чтобы воспользоваться механизмом Hop-Up для подкрутки, нужно вот сделать следующий раз. И все. Здесь можно затвор зафиксировать, что довольно-таки удобно, после чего уже можно куда вы хотите, как вам нужно будет все это дело здесь делать. И делается дальше вот. Класс! Просто круто! Куда же устанавливается аккумулятор? Аккумулятор устанавливается здесь вот под цевьё. Для того, чтобы его снять, так-то оно просто не дастся. Цевьё, кстати, пластиковое, напомню. Нужно вынуть специальный пин. Вынимается абсолютно он легко, но здесь, конечно же, есть защелка. Что говорит о том, что просто так выпадать у вас он ни в коем случае не будет. После чего мы берем, снимаем. И уже вот, все, уже дальше вот сюда мы устанавливаем аккумулятор. Разъем, кстати говоря, здесь мини-томия, да. Магазин, он же бункер, рассчитан на 200 пластиковых шариков в калибре 6 мм. У автомата имеются, конечно же, стандартные прицельные приспособления. Мушка и целик, которые, да, безусловно, здесь можно и вовсе снять. И, как я уже и говорил ранее, здесь дополнительно есть планка Viver. Ее можно не устанавливать, если вдруг вам этого не нужно, но устанавливается она максимально просто. И все необходимые инструменты для ее установки, конечно же, имеются в комплекте. Вот сюда уже и можно установить такой коллиматор, как это сделал, например, я. В комплекте он не идет и приобретается у нас в магазине. Выбор у нас, в принципе, подобной оптики огромный. И специалисты хорошие. Если вдруг вы с выбором затрудняетесь, то они вам с легкостью и с большим удовольствием, конечно же, подскажут. Длина изделия 675 мм, из которых 233 мм это длина ствола. Вес винтовки 3 кг. Приклад у модели подвижный, и вы можете его регулировать под себя, как вам будет нужно. Раз, так вот и все. Ничего сложного. Помимо всего прочего, да, здесь тыльник есть. Он такой, ну, он резиновый. Он резиновый, но он не рельефный. И если вдруг сейчас у вас возник вопрос: он мне нравится, и я хочу себе такой автомат, а где его взять? Ну, так а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный автомат подходит к концу. Я думаю, что равнодушным абсолютно любого фаната компьютерных игр, потому что да, многие из нас, конечно же, в
впервые вообще познакомились с оружием, хотя бы с визуальной точки зрения, именно благодаря компьютерным играм, таким как Call of Duty, Counter-Strike и всем вот этим вот подобным стрелялкам. Они же шутеры. Конечно же, равнодушными остаться не могут касательно данного автомата, потому что MP5 это ну прям один из символов, такой же как, например, АК или же, допустим, какие-то модели М, винтовок М16, М4 и все вот в этом духе. Поэтому, ну, сделан автомат отлично, все работает без сучка, без задоринки, материалы действительно здесь очень и очень хорошие, все работает как часы. Магазин, кстати говоря, металлический, не какой-нибудь там пластиковый, реально металл. Я считаю, что модель прям внимания стоит, и тем более уже стоит и своих, скажем так, денег. Все крутилки тоже достаточно, кстати говоря, классные, все крутилочки очень плавные. Да супер, я не знаю даже, за что его поругать. Ну и, конечно же, есть антапки, если вдруг захотите здесь закрепить ремешок. На этом видео заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же вам данная модель, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.